разобрать. Свечки, которые прогорели уже. Выбросить их. Ну вот, получился у вас вопрос. Да. Здесь, конечно. Смешка у меня связана с самой яркой впечатлением. Мы на парке у нас там были лодочки, качели такие. А, да? И мы все гуляли с ребятами. Я гуляла, и ребят. Ну, эти были. Человек 5, наверное. И все боялись. А я очень хотела. Мы же катались, вот катались, знаете, как прям вот чуть-чуть разворачивали. И я помню, он пел на английском языке какую-то, да, песню такую. Маленький еще, да. Ну, мы были, наверное, в 90-м, а он в 9-м. Ну, маленький. Ну, уже, да. И он пел «Америка, Америка». Вот я вот как сейчас помню, день был такой чудесный. И ребята стояли на нас, смотрели, а Мишка пел, и мы раскачивались так. Ой. Жалко, что тогда не было, было фильма. Что, не было, да, кино снимать? Ой, это, он такой красивый был, еще худенький. Мишка-то Мишка, да, да, да. Он красавец. Красавец был, волосы такие черные. А он не одел там что-то за себя теплое. А мне так было странно. Она ему выбрала свои теплые вещи на эту самую, на лестничную клетку. Я его заставила ехать, но я отстояла так. Что я его заставлю? Я человек, я буду говорить. Да, да, конечно. Очень активная женщина. Очень активно в горе пела, да. А потом еще помню, Мишка, я поступила на первый курс, а он учился в 40-й школе с мальчишками. Я помню, вот, Боречка Васильев, а еще был Тим. Да, был такой Тим, да. Тим, я помню. И вот на первом курсе нам задавали пределы считать. Много-много-много, я не успевала, потому что мы в правах ездили. Я помню, позвонила Мишке, он сказал, команда. А он учился на год, он нас на год больше, а он еще на год на грачку. Он на команду, да, и он на год не садится. Какой-то такой вообще был, какой-то он такой был. Рубах парень, я помню. Нет, что-то не стильно рвется. Лучше не стильно, если не хотел даже имя его слышать. Что-то там такое было. Какая подлянка. Мишка всегда борец за правду. Ну, справедливость. Ну да, но с другой стороны, к людям относился очень, как бы, очень
не сходить сына. Ну, он никогда ничего плохого про людей не говорил. Да, и он всегда относился хорошо к людям. То есть у него так, если уж он Тима за что-то не взлюбил, это, видимо, было что-то очень серьезное. Что-то ой.